Шоколадные кролики в золотой глазури, разноцветные яйца и наборы роскошных конфет. Шоколатье в Беверли-Хиллз подготовили к Пасхе множество сладких шедевров. В этом году большой спрос на ярко раскрашенные яйца. Такие делают и в знаменитой кондитерской Эдельвейс. Здесь любили бывать Элизабет Тейлор, Фрэнк Синатра, Кэтрин Хепберн и другие знаменитости. В этом году у нас новинка. Мы делаем шоколадные раскрашенные яйца ручной работы. Они высотой 18 сантиметров. Делаем их вручную и спекаем с цветным какао-маслом. Так что это похоже на ручную роспись. Раскрашенное пасхальное яйцо стоит $60, а пасхальный кролик, покрытый 18-каратным золотом, обойдется в 25. А это уже Голливуд. Здесь тоже работает кондитерская, куда часто заглядывают кинозвезды. Шоколатье Келли и Джон вручную делают изысканные конфеты. В составе все натуральное, сладости продают в роскошных коробках. У нас много клиентов знаменитостей. Мы работаем в самом сердце Голливуда. Мы как нельзя близко к индустрии развлечений, поэтому продаем свои изделия многим студиям. А многие звезды приходят прямо к нам и покупают конфеты. Перед Пасхой лучше всего расходятся маленькие шоколадные зайцы. Набор из двух конфет стоит $10. Люди любят покупать к Пасхе необычные шоколадки. В этот праздник они больше тратят на высококачественные конфеты, поэтому дорогой шоколад намного лучше продается в Пасху, чем в день Святого Валентина или Хэллоуин. По словам аналитиков, продажи шоколада растут во всем мире. Шоколадная индустрия привлекательна и для потребителей, и для производителей. В этом году продажи во всем мире впервые превысят $100 миллиардов. За последние десятилетия они увеличились на 8%. Самые большие любители шоколада – швейцарцы. За год каждый в среднем съедает 10 килограммов. Немцы и австрийцы отстают на килограмм. Американцы едят по 5 килограммов шоколада в год. Аналитики считают, что во всем мире к 2020 году спрос на какао-бобы вырастет на 30%.